Публикации об Ильхаме Алиеве стали трендом в Твиттер. Накануне в столице Чехии Праге состоялась четырехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Эта встреча стала одной из самых освещаемых в мировых СМИ и обсуждаемых в социальных сетях. В Твиттер в списке трендов оказались слова «президент Ильхам Алиев» и «Праг». Отметим, что на встрече, состоявшейся при участии главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Макрона, на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге, Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. В соответствии с вышесказанным, Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии Евросоюза вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией, которая в течение максимум 2 месяцев будет находиться на территории Армении, ровно в той мере, в которой это его касается.